Елосвара, пас под синюю линию, без скорости Сопи в окружении пятерых соперников. Вот сейчас пришли партнеры на помощь, бросок и гол! Динамовцы открывают счет в матче. И у СКА 11,5 минут на спасение. В объятия попадает Цветков. Эба забита в ворота Ежова. Обернулась грандиозным фиаско. СКА забил 6 шайб. Алексея Сопина.